Одна из новых остановок появится по проспекту Мира. Здесь останавливаются автобусы двух маршрутов. Сейчас люди ожидают транспорт под открытым небом. Нет навесов и лавочек. Она тут очень необходима, особенно студентам, которые живут в этом общежитии. Очень неудобно добираться. И ближайшая остановка довольно-таки далеко. Ветер, когда дождь, тоже негде стоять, как бы приходится так, просто под открытым небом находиться. Всего в городе 1300 остановок. В этом году капитально отремонтируют 70 павильонов. Будет установлено порядка 25 новых. Это места там по просьбе жителей, вот, или уже те, которые обещали, пришли, их лучше снести, а не тратить на них деньги, средства. Значит, капитально нужно отремонтировать порядка 70, это полностью замены там крыши, стен там и так далее. На ремонт и размещение новых остановок из городского бюджета выделили более 9 миллионов гривен. К работам приступят в середине марта и закончат до 1 мая, рассказал Константин Савинов. Решением сессии выделены денежные средства почти в объеме 9,4 миллиона гривен на текущее содержание остановочных комплексов, на их мелкий и капитальный ремонт, а также на замену остановочных павильонов. Утвердили типовой проект остановочного комплекса, который включает, естественно, что крышу, навес, лавочка, урна и место для размещения объявлений. Удивят дончан и оригинальная остановка. Ее выполнят в форме огромной лавочки. Сейчас готов только проект будущего павильона ожидания, рассказал Константин Савинов. С местом также пока определяются. Инга Лапикова, Василий Дмитриев, Панорама.